80 китайских хористов в буквальном смысле провалились сквозь землю, стоя на сцене Большого театра в провинции Гуйчжоу. Инцидент произошел во время репетиции военного хора, через 20 секунд после того, как исполнители начали петь. По неизвестным пока причинам сцена внезапно обрушилась. В результате 8 человек оказались в больнице. Артисты летели до земли около 5 метров.